Великобритания может передать Украине высокоточные бомбы ПАВВ-4, сообщает корреспондент BBC Джонатан Билл в своем аккаунте на Twitter. ПАВВ-4 представляет собой самую современную версию авиабомбы из семейства ПАВВ. Эта бомба разработана британским подразделением Raytheon и вошла в вооружение Великобритании и Саудовской Аравии в 2008 году, опередив JDM в заказах британского Минобороны. ПАВВ-4 базируется на модифицированной авиабомбе МК-82 с улучшенной пробивной способностью. Она представляет собой комплект, который, как и JDM, превращает обычную бомбу, в данном случае МК-82 весом 241 кг, в высокоточное оружие. ПАВВ-4 обладает комбинированной спутниковой и полуактивной лазерной наводкой, позволяя выполнять контактный или отложенный подрыв, а также срабатывание в воздушном пространстве. В январе 2015 года истребители Eurofighter «Тайфун» королевских ВВС Саудовской Аравии сбросили бомбы ПАВВ-4 на цели ИГИЛ в Сирии. Это было первое оперативное применение ПАВВ-4 из самолета «Тайфун». Эта бомба интегрирована в самолеты «Торнадо», «Eurofighter Typhoon» и F-35, и ее интеграция с другими западными истребителями не представляет сложностей. Пока неизвестно, какие именно самолеты ВВС Украины будут использовать ПАВВ-4. Однако ее характеристики близкие к американской JDM и французской «Хэммер», которые успешно интегрированы в истребители Су-27 и МиГ-29. Основное отличие ПАВВ-4 от JDM ER и «Хэммер» заключается в том, что она не является дальнобойным оружием и используется на небольшие дистанции для атаки цели под собой, а не с дальних расстояний. Это делает передачу ПАВВ-4 Украине спорной, если говорить о ее оригинальном варианте. Но если речь идет о возможности их доработки, например, путем добавления ракетного ускорителя, как у ESM «Хэммер», или крыльев, как у JDM ER, то появляется возможность их реального использования для самолетов,